Всем здорово, Шамшурин на связи, очередное видео с ответами на ваши вопросы. Значит, напоминаю, что вопросы можно писать здесь в комментариях, только развернуто, либо ко мне в личку в Инстаграм, там есть все ссылки, ищите и так далее. Вот, поехали. Значит, вопрос такой. Друзья, привет, решил поделиться с вами своей ситуацией. В общем, перед Новым годом, но сразу опережая этот вопрос, скорее всего, человек первый раз вообще на моем канале, либо его еще и не смотрел. В общем, перед Новым, поэтому будем к нему снисходительны. Перед Новым годом к нам на работу устроилась новая сотрудница, такая маленькая приятная девочка, миленькая приятная девочка. Когда люди говорят «девочка», у меня уже сразу ассоциации, что они как в детском саду, блин, девочка. Между нами 6 лет разницы, меня как опытного сотрудника закрепили за ней, между нами сразу завязалось общение как на рабочие, так и на личные темы. Выяснилось много общих интересов. Казалось, что знаем друг друга уже очень давно. У девочки, как и у меня, в настоящее время нет второй половинки. Как писала, по-моему, Раневская, что вторая половинка, она может быть только у жопы. Ну ладно, не суть. Мы начали тесно с ней общаться, стала проглядываться взаимная симпатия. После работы встречались, гуляли, вместе посещали разные заведения. Нам было хорошо вместе, я понял, что хочу от нее большего, чем просто дружба, и по ее поведению это было понятно. Значит, смотри. Ну, изначально ты ей понравился, да, там, внешнее что-то еще в тебе, ее в тебе зацепило. Когда ты говоришь, я понял, что хочу от нее большего, чем просто дружба, ты сейчас лукавишь. Потому что ты это понял с самого начала. Никакой дружбы ты с ней не хотел, потому что, в принципе, такого не существует. Я думаю, вряд ли ты бы хотел сидеть с ней обсуждать трансфер, там, Неймара или, я не знаю, Месси. Или какую-нибудь там задницу какой-нибудь топ-модели, или какой-нибудь, не знаю, там, турбонаддув в каком-нибудь, не знаю, Dodge Challenger там, или что-то еще. Ну, ты понимаешь, о чем я. Поэтому, когда вы так говорите, я там вдруг, неожиданно захотел не просто дружбы, ну, странно. Ты сейчас обманываешь себя и меня. Вот. И ты говоришь, по ней было понятно. То есть, чем тебе не повод, чем тебе не повод, ну, как сказать, что нужно сделать, чтобы было не просто дружба? Нужно сблизиться, нужно поцеловать, нужно взять за ручку, нужно там заняться сексом, потом еще раз. То есть, именно секс как бы переводит ваше простое общение как бы в статус каких-то, ну, отношений, назовем это так, наверное. Однажды в разговоре она прямо сказала, что пока не хочет отношений. Вот тут-то весь пипец и начинается. То есть, получается, что в каком разговоре? То есть вы там идете с ней такие по парку, как классно, смотри, белочки, давай покормим. Я, кстати, не хочу отношений. Так это было. Я больше чем уверен, что она могла это сделать по двум причинам. Причем одна из них для меня более явная. Первая причина – это то, что, естественно, она хотела сложить в себе ответственность типа за сближение. И когда ты начинаешь сближаться, вдруг, может быть, неожиданно для нее, ей нужно что-то говорить, что я не такая, я ничего не хочу, мне ничего не надо. То есть это нормальная практика со стороны женщин. Второй, скорее всего, на тот момент она уже поняла для себя, что с тобой она уже ничего не хочет, потому что ты слишком затянул этот процесс, когда ты с ней не сближался. Во-вторых, то, что ты там говорил, возможно, ее в тебе разочаровало. То есть две вещи, да? Ты не сближаешься, а зачем ей с тобой просто так ходить-то, как с другом? Она-то не хотела с тобой дружбы. А второе, ты говоришь что-то, что ее разочаровывает. И, возможно, даже когда вы где-то разговаривали про какие-то отношения, ты озвучил какие-то вещи, которые для нее в этих отношениях неприемлемы. И это все рано. Надо было сначала сблизиться, а потом уже говорить про отношения. Вот. Может быть, ты ей сказал просто, а давай встречаться. Как в детстве, знаешь, люди говорят, там, 16, 15, 13 лет, а давай будем встречаться. А для чего люди это говорят? Потому что они как бы хотят каких-то гарантий, что, типа, мне включили какой-то зеленый свет по сближению, по сексу. Поэтому, ну, все-таки я думаю, что большая часть она здесь уже не хотела из себя складывать никакую ответственность. Она просто уже хотела дать тебе понять, что все, чувак, пора завязывать, потому что мы с тобой затянули и припозднились. Если вы не научитесь, ребята, понимать, как работают механизмы сближения, ничего хорошего у вас не будет. То есть, смотри, она дала тебе шанс, она с тобой встречалась, она с тобой ходила куда-то гулять, она с тобой была готова там дальше продолжать это общение.
Вот, ну, когда ты тянешь время, первое свидание, второе свидание, чем-то подавился, вот, третье свидание там и так далее, то есть, когда ты не развиваешь эти отношения, то есть, ты не пытаешься сблизиться, не пытаешься, она-то ждет этого, у нее на биологическом уровне теряется к тебе интерес как к мужчине-самцу. Это программа, которую я рассказываю уже там 15 лет. Это элементарные истины. И если не понимать этого, то дальше можно вообще уже не разговаривать, не рассказывать про отношения. Если даже вот эти вещи для вас кажутся непонятными, а почему, а где логика, а с чего это? Она же вроде со мной там хотела встречаться и так далее. Здесь под этим видео есть ссылка на мою систему. Система Шамшурина. То есть это почти двухчасовое видео, который пока еще в открытом доступе, в свободном, ты можешь зайти, посмотреть, зарегистрироваться и посмотреть это видео. Там я рассказываю вообще все. Как устроены все процессы, почему женщина ведет себя так или иначе. То есть про психологию, про какие-то страхи женщин, про то, что мешает вам сближаться. Про позиции снизу и позиции сверху. Здесь, скорее всего, ты наверняка еще плюс ко всему разочаровал ее в себе как мужчина, потому что, как правило, когда девушка нравится мужчине, а он не знает, как с ней сближаться, он начинает думать, что нужно угождать ей во всем. Нужно делать все для нее, чтобы только ей понравилось, не спорить с ней, во всем ее поддерживать. Ну, не надо ей это. Ее блевать потянет в ближайшее время от такого, когда мужчина готов расстелиться перед ней, лишь бы только ее получить. Также, да, у женщины есть страхи, там, нежелание показаться легко доступной, бла-бла-бла. Все это здесь, под этим видео, по ссылке. Также, кстати, там ты можешь записаться на ближайший тренинг «Практика» в Москве, на живой. Когда уже поймешь, что без нашей помощи тебе никак не обойтись, я буду рад тебя там видеть, там же ссылка. И там же ты можешь отблагодарить меня за эти видео. Там можешь много чего сделать, короче, все там. И вопросы свои задавай там. Продолжаем. Есть еще одна большая ошибка. То есть когда, причем она больше какая-то женская, чем мужская, когда мужчина связывает отношения и секс, и сближение. То есть у тебя в голове неразрывно связано то, что если вы сближаетесь, значит, вы уже в отношениях там должны быть. Там. То есть для вас, ну никак вот, если у нас нет отношений, то нельзя заняться сексом. Понимаешь, какая штука? То есть, а можно, знаешь, как сделать? Можно познакомиться с девушкой, увидеть, что она классная, красивая, но в процессе общения, причем не в 55-го свидания, а первого или второго, понять, что есть какие-то фундаментальные вещи, в которых вы не совпадаете. А с женщиной такого плана ты никогда не готов вступить в отношения, у тебя есть как бы мотивирование, объяснение, почему, все. Тогда ты говоришь, окей, ну она классная, я бы в принципе занялся с ней сексом 1-2 раза, как бы почему бы и нет, welcome. Но здесь при чем отношения? Ты просто берешь ее и пытаешься с ней сблизиться. А когда ты начинаешь связывать секс и отношения, это грубейшая ошибка, которая в первую очередь тебя лишает и первого, и второго, представляешь как? Потому что секса это тебя лишает, потому что ты думаешь, что сначала должны быть какие-то некие отношения. А отношения это тебя лишает, потому что ты не проявляешь свою сексуальность, свои сексуальные желания, какие-то свои намерения в ее сторону. А у женщины теряется к тебе биологический интерес. Если уж быть честным, если ты сейчас сам себя признаешь, что ты с самого начала не хотел никакой дружбы, ты хотел с этой женщиной секса, а там уже посмотрим, что будет дальше. По-любому это так. Не надо обманывать меня. Себя ты можешь обманывать сколько хочешь. Дальше он пишет. Я решил принять это, что она говорит, я не хочу отношений, и не давить на нее. Время покажет. И тут ты себе опять врешь. Потому что когда ты говоришь, я решил принять это значит, что я обосрался и не знаю, как дальше теперь действовать. Называй вещи своими именами. Я решил принять это. Когда ты решил принять это, ты решил принять поражение, понимаешь? И, скорее всего, в этот момент ты подумал, что если я буду дальше хотя бы намекать, а это ключевое слово «намекать» здесь, на секс, на сближение, то я еще больше эту женщину как-то расстрою, разочарую и еще больше ее от себя оттолкну. И в этом была твоя еще одна очередная грубейшая ошибка. А совсем недавно между нами произошла ссора из-за пустяка, причем инициатором была она, конечно. Потому что осознанно ли, неосознанно ли, ты начал ее просто уже бесить и раздражать. То есть ты не проявляешься как мужчина, она уже утеряла к тебе интерес, все, не хочу, мне не интересно. Но понимаешь, люди не умеют говорить нет, не только мужчины, еще и женщины. И для того, чтобы как бы тебя слить,
ей нужно либо отправить тебя в друзья, либо сказать, устроить какую-то ссору, в которой там все обернется так, что ты еще и виноват. Вот. И она эту ссору устроила, я думаю, не просто так. Вот. То есть она решила тебя слить. Да, это суровая правда. После всего этого ее отношение в мою сторону резко поменялось. Она стала нехотя идти на контакт, если пишет или звонит, то только по рабочим вопросам. Стала избегать встреч, холодно вести себя по отношению ко мне. Хотя было бы из-за чего. Так я тебе объяснил. Это тебе кажется, что не из-за чего. Из-за того, что ты бездействовал, из-за того, что ты не сближался. Из-за того, что ты там болтал про какие-то отношения, вместо того, чтобы сближаться с этой женщиной. Из-за того, что, скорее всего, общался с позицией снизу. Из-за того, что ты там оленил. И присмыкался перед ней, и думал, что ее заинтересуют какие-то места, рестораны, кафе, там, театры и так далее. Это и есть гигантский, огромнейший повод для того, чтобы тебя слить. Коллектив на работе у нас в основном женский, бла-бла-бла. Все говорят, что она таким способом решила слиться. То есть ты еще и с этими женщинами, тебе не стыдно вообще, обсудил вот это свое какое-то общение с ней. И как я тебе уже сказал, да, так и есть, она решила тебя слить. Да, я это понимаю, но пока не могу до конца понять причину. Вот она причина, мой юный друг. Или уже не юный. Как мне еще до вас донести? То есть единственное, наверное, что тебе обязательно нужно посмотреть это видео про систему. Если среди вас есть люди, которым очевидно, почему все произошло, для которых, welcome, приходите на тренинг практика. Если же на ближайший, если же вам вообще непонятно еще и до конца, что я сейчас говорю, что он несет вообще. Какое сближение? Секс — это же плохо, это же отвратительно. Что вы, не дай бог. Причем есть вообще это. То тогда welcome, посмотрите видео про систему, оно бесплатное, и поймете, как все работает. И очевидно, да, как я уже сказал, что вначале она тебе дала шанс, ты ей понравился, возможно, где-то ты на работе там как-то себя проявил, как-то шутканул удачно, но как бы на этом все закончилось. Потому что когда ты оказался с ней вне работы, вне коллектива, хотел сказать, флиртовать ты точно не флиртовал, там стало сложнее. И все. Я ей не давал никаких поводов для обиды, но это уже дальше пошло одно и то же нытье. Просто в твоем понимании, в понимании таких людей, как ты, то есть для того, чтобы человек расхотел с тобой общаться, у него только должны быть какие-то поводы для обиды. То есть если он на тебя не обижен, значит, как бы он с тобой должен общаться. Нет, поверь мне, для того, чтобы женщина утеряла интерес к мужчине, не обязательно ее для этого обижать. Поверь мне, не обязательно ее для этого обижать. Вот. Наоборот, всегда был на ее стороне. Вот ключевой ответ на твой вопрос. И не только. Воспитание позволяет. Да какой же ты у нас воспитанный, а? Понимаешь, еще раз, позиция снизу предполагает, а это крайне неэффективный способ общения, которым общаются 90% мужчин. Она предполагает как раз подхалимаш, поддержание женщины во всем, прям вот все, как она хочет. Но не захочет она физически человека, который целовать ей готов ноги и жопу просто вот так по каждому поводу. Но не нужен ей такой подкаблучник. Не хочет она этого на самом деле. Как вы это не поймете? Ой, господи. Да, многие до сих пор реально думают, что чтобы понравиться женщине, нужно просто вот так вот скакать перед ней на задних лапках. Это то, чем ты и занимался, вместо того, чтобы сближаться и проявляться как мужик. Пробовал поговорить с ней напрямую, но это бесполезно. Это клиника, дружище. Никогда женщина тебе не скажет официально причину, почему она слилась. Она скажет, да нет, ты хороший, ты классный, ты замечательный. Просто, понимаешь, я поняла, что это не мое, там, та-та-та. Ну, то есть она найдет, что сказать в ситуации, в которой, чтобы тебя не обижать. Но она уходит от разговора. Единственное, что говорит, она меня ценит, я для нее дорог. Ну, можно сказать, что ей тоже не хватило смелости сказать тебе, братан, ты мне не понравился, мы закончим. Вот. И если я теперь буду, например, я твой лучший друг, я вдруг перестал брать трубку на тебя, я вообще перестал с тобой хотеть встретиться, но при этом я тебе при личном разговоре, ты меня поймал возле пятерочки и говоришь, Вован, что случилось, почему? Я говорю, блядь, я так тебя ценю, братан, прям, блядь. Но при этом я продолжаю тебя игнорировать. Срасти это в своей голове, почему я так делаю. Есть варианты? Вот. Приглашая ее, как и раньше, в разные места для отдыха, внезапно появились причины для отказа от этого. А раньше она соглашалась с полуслова. Не места ей нужны. Личность нужна.
мужчина нужен, который не присмыкается, не лижет ей жопу, не соглашается во всем, который сближается и ведет себя с ней, естественно, как ему комфортно. Друзья, помогите разобраться в данной ситуации. Как можно вернуть ее расположение? Я повторюсь, что забить и двигаться дальше отпадает. Но и бездействовать не хочу, так как я боюсь ее потерять. Из-за того, что ты боялся ее потерять, ты и бездействовал. Из-за того, что ты бездействовал, ты ее уже потерял. Все. А то, что ты говоришь, я не рассматриваю вариант, как мне быть без нее. Если даже брать 2% из 100, что тебе удастся с ней как-то замутить, эта женщина в любом случае в самое ближайшее время тебя бросит, она будет тебя изменять, и ты будешь превратиться в телевизор, пульт от которого окажется у нее в руках. Понимай это как хочешь. Поэтому здесь нужно, наверное, не ныть и страдать, а научиться делать какие-то правильные выводы, записаться на ближайший тренинг практика в Москве и посмотреть видео о моей системе, если у тебя вообще в голове нет никакого понимания. А также написать свой вопрос мне в личку в Инстаграм, поставить лайк под этим видео и либо написать его здесь в комментариях, и в ближайшее время я на него отвечу. Пока.